Я вновь гуляю по парку акведуков. Я, наверное, единственный человек, кто так часто показывает этот парк. Но, наверное, потому что на самом деле это очень красивый зеленый парк Рима. Он прекрасен в любое время года и в любую погоду. Здесь тихо и спокойно. Хочется гулять и дышать свежим воздухом. Недаром этот прекрасный парк облюбовали режиссеры для снятия фильмов, а итальянские семьи с детьми любят проводить здесь выходные. А вот туристы редко сюда доезжают, и поэтому мои видео помогают увидеть то, что не успели посмотреть в Риме. Дорогие друзья, у меня сейчас очень много работы, и поэтому, если меня какое-то время не будет на канале, не теряйте меня. Я обязательно вернусь, и мы продолжим с вами гулять по Риму. А пока я буду гулять по Риму с теми, кто смог приехать в Рим, но и про вас я буду помнить. А пока у меня есть минутка, давайте прогуляемся по парку вместе. Видео небольшое, но хочется показывать парк каждый раз, когда я бываю здесь. Черепашки греются на солнце. Температура пока в Риме плюс 30. Акведуки вдалеке. А в этом средневековом домике часто снимают фильмы. Опять акведуки, ну не красота ли? Некоторые